28 мая 2021 год. Харьков, 3:48 по Киеву, Харькове. Дубль второй. Снимаем Луну, Юпитер, Сатурн. Настройки ИСУ сделал высокие. Немножко зернистое будет изображение, или даже множко. Но зато хочу я, может, повезет увидеть спутник Сатурна. Не Юпитера, а Сатурна. Сейчас, минутку буквально посмотрим на красавицу Луну, отдадим ей должное. Опускается к горизонту Луна, и дрожание воздуха, колебания это. Через более плотные атмосферные слои, земные, конечно, смотрим мы на Луну. На Луне атмосферы нет. Хотя говорят, есть там какие-то одна молекула на квадратный километр, чего-то там. Ладушки. Так, снимаю я на героев труда. Добираюсь на работу, так что за шумовые эффекты извиняюсь. Так, до Сатурна сейчас 1 миллиард 423. Километров. Ну, что я скажу, на экране в окуляр я вижу справа похода. Сейчас это я пытаюсь резкость поймать оптимальную. Она не хочет ловиться. Так, а сейчас по диагонали с левого нижнего угла в правый верхний будет идти Сатурн. Не знаю, в окуляре мне видно справа от Сатурна спутник. Антураж такой себе. Работа ДВС. Это космический корабль борозда. Межпланетное пространство. Будем считать так. Так, сейчас уменьшу выдержку. Спутник у нас пропадет. Зато Сатурн будет видно почетче, без размытости. Вот так. Хорошо, хорошо. Может, кому не хорошо, я доволен. Так, поехали теперь посмотрим. Еще и на Юпитер, и наша миссия будет выполнена.
Вот у нас Юпитер. С левой стороны экрана Юпитер, с правой Сатурн. Не знаю, видно ли это на экране, у меня в окуляре видно. Так, ИСО 800 это я себе озвучиваю. Вам это без разницы. Ну, кто не является обладателем такой же аппаратуры. Так, наверное, уже три спутника мы увидим. Его уже спрятался наверняка. Так, ну вот что. Три штучки спутника. Сейчас видно. Справа. Крайний правый касается экрана, сейчас прячется за экраном, это Каллисто. Потом идет Юпитер, слева от Юпитера Европа. Это я сейчас приближу еще. Европа и Ганимед. Ниже вот эта беленькая точка, это не спутник, это какая-то звездочка сейчас попала. Рядом с Юпитером. Смотрится как его спутник, но это не он. Сейчас я немножко уменьшу, потому как у меня это просто белесое пятно у нас получается. А так мы, может, даже и полосы разглядим, а? Конечно, разглядим. 725 Сейчас дадим ему возможность вползти. Ёлка, ну хочется резкостью поиграться. Наверное, вот это. Спутников не видно, но полосы точно на экране видно, на окуляре. Хорошо, все, поехал я на работу. Сейчас закончим наше путешествие на Луне, пожалуй. Просто потому, как она изобилует деталями для наблюдения. Видно уже, как светло, да?